Современные высотные дома, яркие площадки, новые детские сады и школы. Лишь одного не хватало в деревне Лопатино до сегодняшнего дня – полицейского участка. Сегодня, в преддверии государственного праздника «День сотрудника органов внутренних дел», в сельском поселении Булатниковское открывается участковый пункт полиции управления МВД России по Ленинскому району. На открытии собрались глава Ленинского района Валерий Венцель, заместитель главы Алексей Селезнев, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, начальник управления МВД по России по Ленинскому району Олег Адам, представители местной администрации и застройщика ЖК «Государев дом». Именно благодаря совместной работе администрации и строителей появился пункт полиции по адресу улица Сухановская, дом 11. Чтобы наши микрорайоны, которые прирастают в Ленинском муниципальном районе в наших поселениях, были безопасны, а для этого мы всеми силами совместно с нашими застройщиками стараемся сделать так, чтобы в особенно густонаселенных микрорайонах появлялись участковые пункты полиции. Здесь будут работать участковые, Хворев, Асанов, вот, учатся приема вторник, четверг, суббота. И это позволит ускорить разрешение всех тех проблемных вопросов, с которыми население к нам обращается. Затем Валерий Венцель и Олег Адам по традиции разрезали символическую алую ленточку, а батюшка осветил участок. Новый участковый пункт небольшой, площадью всего 48 квадратных метров, но уже оборудован всем необходимым. Глава муниципалитета остался доволен увиденным, лишь распорядился повесить жалюзи во всех помещениях. В остальном участок готов к приему населения. Два участковых будет, которые будут обслуживать вот эту территорию и сопредельную территорию. Соответственно, будут принимать людей. Участковый полиции Хорев Андрей Андреевич и Асанов Эдуард Мудисирович, который сопредельную территорию обслуживает. Это первый участковый пункт в сельском поселении Булатниковское. До сегодняшнего дня местные жители были вынуждены ездить в город Видное, чтобы попасть к участковому. Здесь же микрорайон целый построен. И плюс еще будет строиться. Общее количество домов 58, в настоящий момент 28 построено. Соответственно, численность заявленное население будет 15 тысяч человек. Но 15 тысяч человек, естественно, должны обслуживать уже непосредственно по месту их жительства. Местные жители хоть и называют свой район спокойным, но появлению участкового пункта рады. Хорошо, мы очень рады, что появился опорный пункт. Ну, наверное, надо все-таки опорный пункт милиции. Должен быть. Ленинский район активно участвует в реализации проекта Московской области 100 участковых пунктов полиции. Поэтому до конца года в Булатниковском поселении появится еще 2 участковых пункта в микрорайонах Бутово парк и Боброво. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.